Всем ку! С вами, как всегда, Алонсо. И сегодня, ребят, я решил заняться добрыми делишками на проекте Black Rush. И давайте же посмотрим, что из этого получится. Играл я себе, и все как обычно было, но вдруг мне пришла мысль, а не подарить ли мне какую-то, в принципе, нормальную тачку какому-то работяге, который действительно работает и не попрошайничает деньги. Да, и именно этим сегодня я займусь на проекте Black Rush. Кстати, где есть мой топовый промокод Алонсо, ты можешь его ввести при достижении второго уровня и получить за это виртов. А еще зарегистрироваться на мой ник Алонсо Капелла, и при встрече я тебе тоже дам денег. Но не забывай, если ты еще не играешь на Black Rush, то пора бы ее скачать по ссылочке в описании, и все, ты сможешь играть вместе со мной. И кстати, ребят, кто еще не знает, то в моих видосах можно выиграть 50 рубасиков, а если еще и задонатить на Black Rush в x2, то это уже будет соточка. В принципе, с того, что вы смотрите видос, это в принципе прикольная тема. Вам всего лишь нужно поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы вы получали уведомления о моих видосах. И еще написать в комментариях хэштег «Участвую», свой ник и сервер. И все, в принципе, если ваш комментарий продержится 24 часа без ответа и без лайка, то ты выиграешь 50 рубасов, и я объявлю тебя в следующем видосе. А еще, ребят, недавно я сделал конкурс на 3000 подписчиков. Если ты еще не участвовал, то пора бы уже пойти и как-то разорить меня. В принципе, итоги я сделаю через пару дней на стриме. И все будет честно и без всякого вранья, и призы я всем отдам. Ну что, я надеюсь, ты поставил лайкос, а мы летим к видосику. Приятного просмотра. Так, ну и первым делом, чтобы какому-то работяге подарить какую-то тачку, нам надо ее купить. И за этим я прибежал к автосалону низкого класса. Ведь наши игроки на Black Rush устроили тут прям авторынок, и это довольно круто. Надеемся, Black Rush когда-то добавит нам авторынок, где мы сможем продавать свои тачки, торговаться, там тюнинги и очень много прикольной в этой теме, короче, вот так. Так, вот я, в принципе, побегал и нашел нам достойную малышку для нашего работяги за пристойную цену. Если вы думали, что это Mercedes, нет, это BMW. И вот, в принципе, вот такая вот красивая, неплохая бэха за 300 косых нам, в принципе, попадет в руки, и потом мы пойдем искать нашего работягу. Я думаю, в принципе, это неплохая цена, да, и, наверное, едет она неплохо. И, в принципе, бесплатно я бы не отказался от вот такой тачки на начальной игре. О, он еще и команду забыл. Ну ладно, давайте пропустим то, как я ее покупаю, и приступим к поиску работяги. А ты не забывай влепить лайк, подписаться и прожать колокольчик, ведь за это ты еще можешь выиграть 50 рублей, а в донате это соточка в x2. Так, машинку я у него купил, и нам пора искать именно того работягу, который ее получит. Я даже не знаю, среди кого выбирать. Скорее всего, мы просто зайдем на шахту. Я зайду в рекон, посмотрю за каким-то вот челиком, который действительно работает. Там никого не дурит, и он честный, зарабатывает своим трудом. И я его выведу на разговор. И если он будет нормально общаться, он получит эту ласточку. Вот, надо уже, короче, забегаем в шахту и будем выбирать кого-то среди работяг. Ведь вот просто рандомного челика на улице я не хочу выбирать, поскольку это может быть какой-то попрошайка, а может быть и нормальный челик. Но я решил вот пойти на шахту, ведь тут это будет легче сделать. Так, вот давайте посмотрим за 123 ID. Ага, у него 10 тысяч, и в принципе, я так думаю, это начальный такой именно игрок, он недавно играет, и пора бы его позвать на разговор. Так, и в принципе, вот я его уже вытянул на разговор, и можно спросить, у него есть ли машина, поскольку если у него будет все-таки машина, то смысл ему дарить еще одну, ведь слота, скорее всего, у него второго нету, да и если есть тачка, зачем ему еще одна?
Вот, а права есть ли у него, тачки у него нету. Ага, понятно. То есть это наш клиент, парни, и еще и права у него есть. Давайте его уже будем пытаться вытягивать на улицу и намекать на то, что мы подарим ему ту ласточку. И будем смотреть на его реакцию. Ну вот, как видим, он играет недавно, и в принципе мы могли это посмотреть по его деньгам, поскольку он работает на шахте и всего-то у него 10 тысяч, но он все равно ни у кого вроде не попрошайничает и зарабатывает сам. Так что давайте его позовем на улицу и будем намекать уже на то, что эта тачка будет его, и посмотрим на его реакцию. И вот я уже привел его к машине. Давайте же зададим ему, наверное, пару каких-то вопросов, типа с намеками на то, что эта машина станет его. Но догадывается ли он об этом, что я ему ее подарю? Не знаю, я бы, наверное, не знаю. В принципе, тут можно догадаться, а можно и нет, а можно и догадаться. Ладно, как думаешь, почему я тебя позвал? И он, скорее всего, ответит, что не знает. И давайте уже перейдем ближе к делу. Так, и пора бы уже сказать, что эта машина станет его. И давайте же будем оценивать его реакцию. Интересно, что он вообще подумает и как он на это отреагирует. Потому что не каждый же день какой-то левый чел подходит и дарит вот такую вот недешевую машинку. Потому что тут и тюнинг, и в принципе сама ее цена тоже, как сказать, нормальная. Такая, это вот средняя такая достойная машина. Только он должен пообещать, что он не будет никого кидать, потому что китки нам на сервере не нужны. Ведь от этого страдают честные игроки, которые достойны просто спокойно поиграть, а не волноваться за то, что какой-то придурок их развел. Так, все, давайте ему уже ее сольем за 3000 и посмотрим, ну, что он вообще скажет на это, как ему это понравится или нет. Ну, вот по его словам, он уже помогал бомжам, и я рад, что машина достает нормальному челику, в принципе, он будет, я думаю, за ней ухаживать. И, ну, что ты на это скажешь? Спасибо. Блин, ну я думал, реакция будет как-то по... Вау! Капец, подарили тачку! Ладно, это тоже нормально. Вот, братик, эта тачка тебе, если ты смотришь этот видос, можешь не говорить спасибо. Вот, ну, вот так, как бы она твоя. Удачи. Ну все, братики, вот мы и подошли к логическому завершению и завершению этого видосика. Если тебе понравилось это, то я могу устроить прямо рубрику, как я буду дарить тачки вот таким работягам крутым, которые реально зарабатывают деньги сами, а не попрошайничают. Я надеюсь, ты поставил лайкосик, подписался и влепил колокольчик. Всем удачи и всем пока!